Клиентские офисы Мособл-ЕИРЦ возобновили очное обслуживание посетителей, но только с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В первую очередь это масочно-перчаточный режим, ограничение количества посетителей и соблюдение между ними санитарной дистанции. Кроме того, в залах должна регулярно проводиться дезинфекция рабочих поверхностей, мебели и дверных ручек. Еще одно условие – мониторинг состояния здоровья сотрудников.